сотый раз Денис Веселовский оказывается в этом кресле. На станции переливания крови мужчине всегда рады. У Дениса редкая группа, четвертая отрицательная. Вот уже 15 лет раз в 2 месяца уссуриец приходит сюда и выполняет свой человеческий долг. Сначала у меня соседка попросила для своей знакомой сдать кровь. Василий Владивосток меня сдавал. А потом подумал, почему бы и нет, как бы захотел что-то хорошее, доброе сделать в жизни. И начал сдавать уже постоянно плазму. О важном увлечении Дениса знают на работе. 14 лет почетный донор трудится на уссурийском локомотиворемонтном заводе. Начинал рядовым слесарем, постепенно вырос до бригадира дизельного цеха. Когда его коллеги узнали про всероссийский конкурс «Герои нашего времени», сразу выдвинули кандидатуру Дениса. Жизненная позиция человека – постоянно идти вперед и помогать людям. Значит, если он на работе себя ведет в правильном, так сказать, формате, это выполняет свои обязанности и функцию, как уже неоднократно говорилось. Ну и в жизни он взял на себя такую роль, воспитывать 4 детей. Для жены Денис герой и без всяких конкурсов. Всегда поможет и поддержит. Но все же Александру обрадовал выбор коллег. Гордость взяла. В номинацию «Быть человеком» попали около 40 жителей страны. Победителей выбирали народным голосованием. Денис Веселовский оказался в тройке финалистов. Хороший муж, хороший отец. Ну, он все любит делать сам, то есть без дела он сидеть вообще не может. То есть если вот мы живем в своем доме, некоторые не могут, потому что постоянно что-то нужно делать. Он в 5-этажках просто вот чахнет, ему нужно делать, делать, сам строить, сам что-то. Если нечем заняться, он найдет себе занятие. Пока малыши осваивают игрушечный домик, папа занимается строительством настоящего. Помогает родня. Ни одного китайца здесь не пострадало. Все сами, шутит Денис. Скоро здесь будет просторная кухня, спальни для каждого члена семьи, все удобства. Веселовские надеются, что через 2 года дружно будут праздновать новоселье. Частный дом – это есть частный дом. Это своя баня, это свой огород, это свой сад. Вот у меня мечта сад посадить. Когда это будет, не знаю. Еще стройка и стройка тут еще. Конкурс закончился. Жизнь Дениса Веселовского вернулась в обычное русло. Работа, семья, строительство. И, конечно, сдача крови. Правда, только через 2 месяца, как велят врачи. Анна Клыга, Антон Войцеховский, Телемикс.